Всем привет! В этом видео хочу вам рассказать, как я исправляю футболку после стирки. Часто вещи из хлопка после стирки как бы перекручиваются. Это хорошо видно, если мы посмотрим на боковой шов. Шов как бы уходит в сторону. Это означает, что направление долевой нити при стирке было нарушено. Но с этой проблемой можно справиться. Что же нужно сделать? Итак, смотрите в видео.